Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Сегодня мы поиграем в игру, которая называется Critter Crush. Многие подписчики просили, чтобы я поиграл. Ну что же, настало ее время. Так, у нас какой-то, ребят, тут сундучок прыгает и веселится. Котик. Одна штучка, уровень первый. Новинка. Моя награда. А при чем здесь бананы? Это вообще что за игра такая? Так, ладно, давайте потихонечку будем разбираться. Дерево 1. Две звезды. Так, понятно. О, вот тут как у нас. Ха, прикольно сделано, ребят, смотрите. Я больше не могу, ничего. Да, вот и все. Так, смахни вправо, чтобы вернуться на главный экран. Ага, а здесь у нас что? Друзья, смахните влево, чтобы вернуться на главный экран. Друзей у меня пока нету. Ну что же, наверное, надо уже... Подожди-ка, у нас тут моргает шоп. Посмотреть рекламу за 20 гемов. Не хочу, пока не буду. Сундуки, видимо, ребята, здесь у нас будут появляться. Так, ну что же, я могу поменять себе никнейм. Я не хочу быть бьюти прекрасным фруктом. Стопудово здесь где-то это должно быть. Где настройки, ребята, я вас спрашиваю. Ну что, дорогие друзья, я поменял никнейм. Винрей меня теперь величать. Так, и я так понимаю, надо, ребята, играть уже. Значит, банана-битва откроется на 4 уровне. Текущий ранг дерева 1. Соревнования, быстрая игра и приключения. Соревнования или приключения? Куда нам пойти? Ну, давай пойдем в приключения. Глава 1. Рощица. Хорошо. Так, приключения. Награда бананы плюс какие-то звездочки. Не могу пока понять, ребята, о чем вообще игра, что нам здесь делать надо, это что такое? Советы. Сбей всех зверьков, чтобы победить. Ваш ход. Так, отмена заряда. Подожди, а что? Что надо сделать-то, эй? Я не могу понять. Че, тут не будет обучения, что ли? Так. Ты понял? Короче, ребят, он звезданул в меня камнем. А я могу ему также в ответку? На-ка! Узел разрезан. Пока, мартышка. Я, кажется, ребят, понимаю, что нужно сделать. Короче, нужно обрубать веточки, на которых висят наши противники. В этом случае будет победа за нами. Сломай верхнюю ветку и сбей всех зверьков. Ну, я, в принципе, об этом и говорю. Так, давай. Да что ты? Я не могу понять. Как-то странно все. Ветка сломана. Одного минусанули. А как он так делает? Почему я не могу, ребята, так оттянуть? Дабл. Двоих снес, а, гадюныш. Ладно, попробуем. Где? Почему нету, ребят? Почему не показывается этот? Траектория полета. Зашибись. А вот, она сейчас только показывает, ребята. Да куда ты? Ну-ка. Отлично, полетел к ядрене фени. Слушай, ну тут как-то сложновато, ребята. Вот самое интересное, что мне тяжело прицеливаться. Так, тут... Угу. У меня обезьянки, а у него там уже кто-то еще другой есть. Мартышки хорошо, мартышки хорошо ломают ветки и сбивают зверьков. Но веревки им не по зубам. Кто сказал, что веревки им не по зубам? Да я не могу понять, почему... Вот. Ну-ка. Ну и лузер я, а. Да-да-да, смейтесь, смейтесь. Что это? Что это было? Веревка разорвана. Оу, этот, ребята, котик очень опасен. Ну-ка, вот так вот мы сделаем. Бам! Дабл! Нати! Кошара слетел. Он будет знать, как в меня сюрикены свои бросать. Черт, тоже, да? Нет, одного, я думал, дабл будет сейчас. Так, а мы теперь, ребята, тоже в ответочку ему. А ну-ка, получи. Разрезан узел и полетела мартышка к ядрене фени. Так, вроде бы, ребята, все у меня хорошо получается. Играть. Не понял. Сбей всех зверьков до того, как они сбегут. Ха, куда они собрались бежать? На. Так, минус один, да? А, все, победа. Что-то как-то быстро. Ладно, мы хоть вообще что-нибудь получаем? Я никак не могу понять. Опять? Это, ребята, у меня что, приключения, да? Они, по-моему, бесконечные, мне кажется.
А ну-ка так, давай. А почему? И полетели, да? Короче, они сбежали. Нет, еще не сбежали, ребята, еще пока тут. Ах, ламоны. Давай так вот. Да в чем проблема-то, не могу понять. Этот шишка еще смеется. Слезинка там наворачивается. Ну я вам сейчас посмеюсь, а. Ну я вам сейчас так посмеюсь. Может быть, надо шарики бомбить? Так в чем проблема-то? Ребята, скорее всего, не шарики нужно сбивать, а именно самих мартышек. Получается так. Ну, бесполезно по шарикам, ребят, бомбить. А ну, проверим. Есть! И второго тоже зацепили. Лети, радость моя. Хорошо смеется тот, кто смеется последний. Ну что, ребят, я думаю, что мы здесь посмотрели. А можно где-нибудь что-нибудь другое? Тут, видите, приключения какие-то. А я хочу не приключения. Я хочу, как вам сказать-то, основную как бы сюжетку. Мне кажется, это, наверное, соревнование все-таки. Или нет? Или бананобитва. Мне нужен четвертый уровень. А я могу как-то, знаете что, улучшить своих персонажей или что-то купить в конце концов, нет? Что это такое у нас? Ага, смотри-ка. Это, я так понимаю, мое все, да? В коллекции. У меня есть даже котенок. А котенок у нас бросает сюрикены. Поэтому, естественно, ребят, я возьму его. Так, отлично. Что у нас еще тут есть? Фига тут стартовый набор. Тут тигры, медузы тут. Слушай, ну тут персонажей-то очень много. Ранг чемпион, драконы. Ранг золота. Ага, у нас тут даже есть цепи. То есть это, я так понимаю, вот эти вот штучки, на которых они держатся. А я могу... О, я могу улучшать, а я могу... Погоди ты, ну что ж ты сделал-то, а? Мне же нужен был код, зачем ты мне так сделал, а? Да них... А, он поменялся просто-напросто. Ладно, давай. Ага, кота я улучшить почему-то не могу. Но зато могу улучшить вот эту обезьяну. Время разбрасывать камни. Ведь ими отлично выходит сбивать соперников. Улучшить. Давай сделаем. Ага, урон веревками, урон ветками, урон зверькам и здоровье. А вот это вот левел 1. Становится левел 2, ребята. Атака команды плюс 2 и также защита плюс 2. Что это такое? Внутри СССР лев-зверек с самой сильной атакой. Автоприцел одним ударом. Че, 18 рублей, что ли? Я не могу понять. Стартовый набор. Оружие львов — кости. Они летят в последнего атаковавшего и наносят больше урона первой цели. 180 гемов, 2000 бананов и 100 змей, что ли? Я не могу понять. Так, не сейчас, не надо меня нервировать. Я могу взять этого самого льва и вот, например, сюда заменить. Или не могу? Не пойму я. Покажи мне, пожалуйста, всех зверей, которые здесь. Вот, могу. И я поставлю его вот сюда. Улучшить, конечно же, я не могу. Понял? И все на этом, да? А могу я улучшить веточки? Тоже не могу, к сожалению. Ладно. Тренировка. Нет, тренировка не нужна. Улучшай своих зверьков и ветки, чтобы повысить силу. Ветки я почему-то не могу, ребята. А, нет, могу. Смотрите-ка. Редкость R. Обычные ветки с обычными веревками. Дешево и сердито. А потому популярно. А если я улучшу? Недостаточно материалов. А какие материалы нам нужны? Нам, скорее всего, нужны вот, ребята, такие вот палочки. Ладушки. Поехали, наверное, ребята... Вот сюда, в соревнования. Поиск игроков. А, тут все реально, да? Так, ну что, девчуля. Так, у него, смотрите, какие-то бурундучки. Мой ход. Дай-ка я попробую, ребята, вот так вот сюрикенчик бросить. Ха-ха-ха, не так все просто, я так понял, да, ребята? Ох, сейчас припечатает мне эта обезьянка. А что у нас делает лев? Он, по-моему... Так, он... Тихо, что ты? Бам! Это такой недовольный, вспотел аж бедный. Слушай, ребят, мы, по-моему, здесь проиграем, потому что он... Эта девушка целенаправленно бьет в ветку. В верхнюю. Хочет, чтобы все здесь упали. Кошар, нет, давай вот так вот сделаем. Ну-ну-ну. Да елки ты палки. Бросай, все. Ветка сломана. Фух.
Слушай, интересно, а есть смысл, ребята, вот эту вот ветку, самую главную, сломать или нет? Есть, по-моему, и он это хочет сделать. Он мне веточку надламливает. Что это такое, ребят? Что это сейчас было? Так, бросаю. Хорошо, так как припечатал. Смотрите, ребята, а? Еще один удар, и они с шишаками. Он хочет мне ветку, ребят, сломать. Чувствую я это. Что же это вот такое, ребят, за бонусы там летает? Видимо, есть. Так, если мы сейчас вот эту веточку с вами подобьем, вся вот эта шайка-лейка полетит ко дну. А мы постараемся это сделать. Так, ну что, ребятули, давай. Сначала атакуйте, да некогда мне это читать. Блин, чем выше ветка, тем она прочнее. Но я понял, поэтому я вот эту ветку и хочу сломать. Советы, хорош советчик мне здесь. Да, ребята, я бомбану. Попал, должен попасть. Годобай, моя радость. Так, выдающаяся победа. Ну вот, это совсем другой разговор, ребят. Совсем другой разговор. Получи бананы за просмотр. Не хочу. Так, а мне понравилось вот эти соревнования. Давайте, ребят, наверное, еще один бой сделаем с вами. Так, Мат Леон. Угу. Так, я готов. Мы показали ему язык, типа, все дела и тому подобное. Погнали. Слушай, а кость, по ходу дела, ветки... Ой, эти... Тихо, не надо свои сюрикены бросать в меня. Фух, нам повезло, кстати, крупно, очень повезло, ребята. Ну-ка, дай-ка я вот так вот бомбану. Так. Слушай, ну верхнюю ветку, у него, ребята, как это усиленная ветка. Смотри, он поджег огненный шар, ты понял? Ты понял, что он сделал? А ну-ка, рубим. Не получилось, ребята. Атакуй ветку с... Так, нижние ветки, чтобы наносить больше урона. Пипец. Ребята, поломали мне, а? Давай косточкой сейчас бомбанем. Получи, обезьяна. Но почему-то подбили кота. Слушай, не нравится мне это. Слушай, тут очень мало здоровья. Так, вот как вот это вот подбить можно вообще, я не понимаю. Бомбим. Разрезали узел. И этой обезьяне тоже досталось. Да хорош, может быть, уже с советами-то своими здесь. Отвлекаешь только. Ничего у тебя не выйдет. А я вот попробую, ребят, пробомбить. Ветка сломана. Пока. И осталось всего лишь здесь два. Бурундучок вот этот вот, или хомячок. И еще одна обезьянка. Слушай, я думаю, что мы все-таки здесь выиграем. Мы должны здесь, мы обязаны просто выиграть. Я сделаю вот так вот, ребят. Получи, обезьянка. Не подбили? Значит, косточка здесь какая-то слабая у этого. Ой-ой-ой-ой-ой, веточка-то, ребята, смотрите, уже вот-вот-вот-вот сломается. Что я сделал сейчас? Что я сделал? Блин. Куда он? Сейчас сломает, а, гаденыш? Он сломает мне ветку, ребята, и вот эта вот вся вакханалия полетит у меня вниз. Ну? Е! Нет, не е. Буйство. Последний зверек в два раза больше урона. Да ну! Хорош тут со своими два раза больше урона. Ты понял? Он ветку сломал мне, ребята. Черт, потери. Наказываем. Пока. Хорошо, что у меня есть Левушка, да, который может бомбить. Так, ребят, две звезды мы получили. И что нам это дает? Дает еще один сундучок. Слушай, а если мы наберем, например, 4 сундука, что будет? Надо будет только проверить, мне кажется, да? Так, Angry Game 53. Лисички какие-то появились. Так, мой ход, я понял. Давай так вот бомбить. Не ту я, конечно, ветку взял. Ребят, тут укрепленная у него веточка. Смотрите, желудь какой-то бросает. А как он так сделал? Удачи, он мне пишет. Хорошо. Сломал ветку. Сломал я веточку, ребята, вот так вот. Удачи, а как мне тоже ему пожелать удачи? На весиков киданул, ты прикинь? А, ну-ка. Я вот так вот его. Есть! Узел порвали. И осталось их тут всего трое. Ну хорош, хорош, хорош. Он все время на весиков, ребята, пытается. Ну, у него что-то плохо получается. Так, давай-ка я попробую перерезать узел. Последний зверек в два раза больше урона. Буйство, ё-моё.
Куда ты бросил? Мои тут ржут довольные. Ну-ка. Ты понял? Ребят, попадаешь в бонус, и вот у тебя разорванный снаряд. Слушай, он хочет ветку мне перерезать. Но он что-то вообще не туда куда-то стреляет. Так, тигр, давай-ка... Лев, точнее, давай-ка мы с тобой вот так вот сделаем. Готов. Пока, хлопчик, пока. Так, у нас уже дерево, точнее, ребята, второго ранга. Мы повысили с вами, да? Новый ранг, отлично. Охота за сокровищами. Ага, тут в конце, ребята, получи 10 побед, и тогда получи вот этот вот супер-пупер сундук. Получи за 2 победы. А что это за свинка такая? Копилка какая-то. Так, третий сундучок. Ладно, ребят, я хочу, знаете, что сделать? Попробовать улучшить себе... А, вот они. Так, уровень 1. Нам достается хомячок. А что хомячок делает, ребят? Как можно посмотреть, что он умеет делать? Улучшение для котика. Оу, и ветка с канатом. Это уже совсем другое дело. Ветка с канатом. И давай отпереть. В обычном сундуке ранга дерева можно идти до одного зверька или веток. 50 бананов в подарок. Отпереть. 8 гемов тратить. Не хочу. А интересно, что вот это, ребят, такое? Получает в 2 раза больше зверокоинтов за банана-битву. Угу. Так, хорошо, ребят, давайте зайдем в магазин. Ух ты. Ух ты. Смотри, супер... А, это супер подписка, ребята. Эксклюзивная подписка. 180 рублей эксклюзивная подписка стоит? Да, в Черепашках Ниндзя Легенды, я помню, ребята, там 750 ежемесячная подписка стоила. Это вообще копейки. Так, ну, а это что такое? Герой недели. Получить зверокоины. Да у меня и так вон 120 зверокоинов. Я могу потратить 600, а у меня всего 120. Ага, понял, это не для меня. Так, а что у нас тут обезьянка? О! Реварды, ребята, 100 бананов, 5 гемов, 100 бананов и 10 гемов, отлично. Это у нас достижение. Ясно, давай разбираться дальше. Задание. Первая победа в процессе. Новичкам везет и быстрая победа. Это все у нас, ребята, еще пока в процессе, как вы видите. Так, а теперь где у нас улучшение? Вот здесь вот, да? Угу. Могу поменять. Я хочу сделать это, ребят, вот сюда. Во. Ага, только лишь одна. Ладно, улучшим тогда здесь, наверное, с вами. Уровень второй. У нас у веточки. То есть она уже сильнее. А эту я не могу, да, улучшить или могу? Нет, не могу, потому что мне нужна такая вот одна веточка. А у меня ее нету. Зато я могу улучшить котика. И что же котик у нас будет делать? Урон по веревкам плюс 5, по веткам плюс 2, урон по зверькам и здоровье плюс 4. Хорошо. Все отлично. А это что такое у нас? Можно... А, ребята, тут еще можно будет потом менять, как бы вам сказать, ветки. То есть у нас вот такая вот комбинация. Потом можно вот такую вот и вот в конце вот такая вот. Но это на уровне 8. Ну что ж, поехали, наверное, еще. Что тут у нас моргает? Супер подписка. Нет, я не хочу никакой подписки. Я хочу просто подраться. Банана битва. А, 4 уровень нужен. Быстрая игра, приключения. Ну что, поехали еще, ребята, да? Наверное, быренько соревнованица с вами поиграем. Мне понравилось, в принципе. Эмбравест. Малая девчуля против нас. Ух ты, у него слоненок есть. Получи. Кричит она мне. А если ты? А? К сожалению, мы не увидим, что делает слоник. Нет, нет, девчуля, не тут-то было. Не тут-то было. Так, ну что, будем резать веревки, мило. А, немножко не туда, ребята. Немножко не туда попали. Помешал вот здесь вот мне капельку. А что желудь-то делает? Все, я теперь понял, ребята, что делает желудь. Он разлетается на 3 штучки. А ну-ка. Давай-ка вот так вот. Попадем. Ай-яй-яй-яй-яй. Веточка стала немножко боком, ребята, и я не смог пробить ее. Пощады, никакой пощады. Кстати, вот этот вот пощада, когда кричит. Ох ты, какая ты.
Отличный выстрел. Тебе сейчас... Блин. Дам отличный выстрел. Да чтоб тебя. Не могу, ребята, пробить. Неужели проиграем, а? Австралия, да, значит? Смотри, прям в наглую в пачу бьет, а? Ну-ка. Куда я пнул? Вот дурила, ребята, соскочила, просто соскочила. Защищайся. Смотри-ка, она то пощады просила, то теперь защищайся. Ну все, партизанка. Никакой тебе пощады от меня не будет. Подожди, где? Блин, да что за фигня-то? А ну-ка, подобьем. Минус один. Блин, у него, ребята, смотрите, желуди. Это плохо, когда три желуди. Сейчас еще и ветку мне эту перебьет, а? Ведь он так хочет ее подбить. Погнали. Все, еще минус одна. Так, осталось две белочки. Твою ж дивизию, как он так попал, а? Подбиваем, ребята, сможем подбить, как думаете? Ну? Хорошо-то как. И я думаю, что вот эту мы тоже с вами подобьем. Но у нее в два раза больше урона. Не стоит об этом забывать. Так, тигр-аж бедный лев у меня вспотел. Ну? Есть! Все-таки левушка это круто. Тут не поспоришь. Он атакует именно последнего атакующего зверька. Что это такое? Получай дополнительные бананы в копилку за каждого сбитого зверька. Играйте и зарабатывайте. Запуск. Не активен. Запуск. Ну, запуск. Оп. Королева кобра. Давай далее, ребятушки. Ну, а вы мне пишите в комментах, как вам эта игрулька. Понравилась, не понравилась. В общем, ваше мнение. Фэнди Дайлан. Ого, у него веточки. У него, ребята, веточки каменные какие-то. На-кася, получи-кася. Мне кажется, здесь будет очень сложно пробить. Смотри, что он делает. Смотри, что он делает. Опа! Ты понял, куда он метит? Ну-ка. Да чтоб тебя. Ну нет, 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 нет. Он все мне хочет подбить. Фига он. Ребята, это девчуля, походу дела, меткая. Нормуль. Минус одну веточку мы с вами снесли. А он все-таки хочет перерезать. Что он ждет? Что он ждет? Он ждет бонуса, нет? Тихо! А как он так метко? Мне такое ощущение, что это бот, ребят, какой-то. Он метко очень попадает. Слушай, он, по-моему, сейчас перережет. Смотри! Прям четенько попадает. Я не знаю, как можно иметь такую, извините, меткость. Чтоб тебя. Надо было котов уничтожать, ребята. Надо было уничтожать котов. И, по-моему... сейчас мы с вами полетим всем скопом, поверьте мне. Так, бонус, вылетай, я жду. Ну? Ага, он только один раз, ребята, появляется. Он только один раз, если ты не успел, короче, то все, то пролетел. Сейчас перережут мне веревку, я полечу к ядрене фени. Перфект! Да, ну не для меня, ребят, перфект, конечно же. Да я понял, что фейл. Слушай, ну этот слишком имбовый меткач попался мне. Как он так сделал, я не знаю. Так, перхенд. Фиг узнать, что это за перхенд. Пробуем, ребятули. Погнали. Ведь прям в узелок попал, нет разве? Да, по-моему. Да что ты со своими советами? Можно как-то убрать твой совет? Напрягаешь уже, если честно. Удачи, он мне орет. Удачи, на-ка! Получи! Вот тебе и удача. Ну, этому коту хана. В общем, котов нужно уничтожать. Смотри, что он делает, а. Смотри, что он делает. Погнали. Да что ж ты в торопях-то так? Ой. Черт. Так, слон, ребята, тоже... Это что такое? Траванул. Классно получилось, ребята. Просто солидно. И остался лишь кто у него тут? Обезьянка и хомячок. Надо вот сюда метиться, вот сюда, ребята. Что-то он разволновался, бедный, смотрите. Так, обезьянка у меня очень себя плохо чувствует, я смотрю. Поехали, минус обезьянка. Да? Да, и остался лишь хомячок. Хомячка мы тоже, ребят, с вами сейчас будем бомбить. Да откуда у него этот гриб-то взялся, я не могу понять. Он же вроде бы как бы этими желудями пинался. Отличный выстрел, вот сейчас будет тебе отличный выстрел. На, выжил, гаденыш.
Он выжил? Опять он со своим грибом. Куда ты их набрал-то? Травит меня, ребята, потихонечку обезьянок моих. А мы его сейчас добьем. Всю душу из него выбили. Вау, дерево третьего ранга. Отлично. Я очень рад, ребята. А что интересно здесь у нас будет за 5 побед? В общем, игруха такая, ребята, веселая, забавная. Так, дай-ка посмотрю я, знаешь что? А я хочу посмотреть. Дай мне выйти, хочу сундучки вскрыть. Чего? Осталось 2 дня. Да это я понял. Да ну хорош. 3 часа. Не хочу открыть. 3 гема, ребята, я потратил. Оу! Мышь! Пропустить ролик. Вау! Досочку можем улучшить. Вот это то, что нужно. Ребята, я хочу отпереть этот сундук. Тратим 54 гема. Нам достается белочка. Деревяшечка. Так, сколько у нас гемов еще? 148. Давай тогда это тоже откроем. Ага, хомячок на улучшение пошел. Ага, вот и улучшение. Но мне бы лучше бы не помостик на самом деле, а вот канатики, вот эти вот веревочки улучшить. Вот это было бы самый смак. Ну да ладно, раз дают нам такую возможность. Поэтому давайте, ребята, с вами какую-нибудь солянку. Что ты делаешь, мышка? Давай вначале улучшим. Так, мыши одной шаровой молнией поражают сразу 2 зверьков. Теперь я понял, что они делают. Но у них нет, ребята, урона по веревкам и по веткам. Они чисто по зверькам бьют. Хорошо, я возьму одну такую мышку вот сюда. Так, что у нас хомячок? Он делает... Так, фу, грибы. Давай лучше скормим их нашим противникам. А, ребята, да, хомячок бросает грибы, а желуди, получается, бросают белочки. А что, они тоже не могут наносить урон по веревкам? То есть, получается, у нас обезьяны валунами наносят урон всему. Тигр наносит урон зверькам. Хм, забавно. Так, давай вот, наверное, мы с вами вот здесь вот поменяем. Так, здесь мы вот сюда поставим. Я могу улучшить. Улучшаем. Пускай будет немножко покрепче у нас вот эта веревка. Потому что мы еще не все с вами заменили. Так, а здесь можно еще и улучшить. Ха-ха! То-то и оно. Вот так-то оно будет лучше. Деление. Что за деление? Не буду пока нажимать, проверять не хочу, ребята. Так, кота что ли можно... А, нет, ребят, не кота. Обезьянку можно улучшить. Во. Вот так-то оно будет лучше. Ну что, дорогие мои друзья, наверное, на этой ноте можно, в принципе, и закругляться. Вы мне пишите в комментариях, как вам эта игрулька, зашла, не зашла, стоит играть ее или нет. Ну, а мы с вами увидимся в следующих новых видосиках.